чарующие звуки музыки, светлые эмоции и самые теплые воспоминания. Такая атмосфера царила на открытии бюста выдающегося писателя и драматурга Дашарабдана Батажабая. Мероприятие прошло в рамках 26-го книжного салона, приуроченного к 140-летнему юбилею Национальной библиотеки Бурятии. Самое яркое воспоминание – это когда, знаете, ребенок, когда ждет подарка, всю жизнь мы подарок ждем, особенно в день рождения. И когда утро просыпаешься, под подушкой ничего нету, вот это да. И лежишь и думаешь, Господи, про тебя весь народ забыл, да? А тут, оказывается, шум гам-тарарам поднимается, значит, все выбегаем в подъезд, а несут фортепиано. Артисты Бурдрама несут фортепиано, это мне было 9 лет. Мое 9-летний день рождения, вот так мы отметили. На церемонии открытия выступил ансамбль маринхуристов колледжа искусств имени Чайковского. Посетили события деятели культуры республики и земляки писателя. Для эскиза памятника я вскрепил вот этот портрет. Он, в принципе, так бы остался бы в глине и высох бы. И в итоге был бы утерян. Но вот была прекрасная идея от Дашарабдана, которая предложила этот портрет, который ей понравился, отлить в бронзе и сделать в библиотеке имени Дашарабдана. В итоге, так как сейчас идет ретро для памятника, это все быстро получилось, потому что не было времени, но вроде нормально отбилось. В общем, вот такая история этого создания бюста. Дансама Аюшеева, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.